Привет, вы на канале Викуся Хэппи. И сегодня мы будем распаковывать вот такую посылочку. Там у меня есть много вкусняшек. Ну, немного. Ну да, немного. Какие-то лекарства. Витаминки будут. Да. Так, мне уже не терпится распаковать. Давай вот здесь сбоку, сбоку разрежь. Как не терпится посмотреть. Это все из Америки такие. Сладости. И витаминки тоже. Угу. Может, я тебе помогу? Да, помоги. Давай. И сегодня я не видела, что мама заказала. Вот мне и не терпится посмотреть, что там за вкусняшки она заказала. Еще посерединке. А, надо посерединке. Давай, открывай. Главное, чтобы все целое было, и ничего не побилось. Ага. Ух ты! Так, давайте посмотрим, что это. Это мармеладки. Мармеладки? Да, большой пакет, но их там мало. Мало? Так, где еще вкусняшечки? Там 5 штук должно быть, наверное. А больше нет. Вот вкусняшечки, вот эти тебе нравились. Вот эти? Прошлые, да. Витаминки с бузиной. Есть витамин С. Вкусняшки. Покажи. Какие, это классные. А еще? О, витаминки еще одни. Покажи большие. Это витаминки маме. Это что? Опять это. Это в витаминках. Витаминки. Это мужские витаминки. Это для волос витаминки. Это тоже витаминки. И витамин С. Шампунь, наверное, я вычеркнула. Не помню. Еще витамин С такой детский есть. Классный. Давай свои конфетки. Вот здесь сбоку дырочка, вот где дырочка. Посмотрим. Вот здесь, Вик, вот потяни, зайка. Да. Так тяжело открывать. Мне лучше так. Нет, так не откроешь, они открываются здесь. Возьми ножницами, отрежь. Так, где ножницы? Вот. Это посылочка с Ахерба. Я в конце видео оставлю свой номер. Если кто-то хочет заказать, пользуйтесь моим кодом, и вам будет скидка на продукт. Ссылка в описании. Как интересно. Давай, открывай, что там. Желейные, органические, фруктовые. Давай, высыпай, пока. Ага. Ну, их там, наверное, тоже. 5 пакетиков, да? Угу, давай откроем. 5 пакетиков, вот такие фруктовые желейки. Угу. Там должны разные вкусы быть. С органическими вкусами. Написано, что вишня, персик, клубничка, банан. Смотрите, какие. Я попробую первую. Ну покажи. Возьми в ручку нам. Высыпь на ручку. Давайте высыпаем. Не хотят высыпаться. Не хотят. Сколько их там штучек? Посчитай. Еще там одну. Так, давай. Все? Все, больше нет. Так, 1, 2, 2 уже, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 8 штук в 5 пакетиках. Ну, почти 20 грамм в одном пакетике. 5 пакетиков. Сейчас я попробую. О, смотрите, это форма клубнички. Клубничка? А, ну, покажи. Положи на ручку. Точно? Да, клубника. А, клубника красивая, как форма. А еще что? Это форма. Какая это форма? Персика. Угу. Ну, как? Что было вкуснее, мишки или это? Не знаю. Двое. Двое вкусно? Угу.
Так, а написано и вишня. Где-то ж вишня должна быть. А у тебя... А, вот вишня. Покажи. Вот вишня, а это клубничка, а это персик. А где банан? А банана что-то я не вижу. Не знаю, может, других пакетиков. Давай откроем. Вкусный мармеладка. Давай откроем, может. Давай. Мне не надо открывать. Потом. Вкусный перекус такой. Дорожный. Угу. Мам, из экономического вкуса. Положишь мне завтра в школу? Хорошо, положу. Два. Вкусненько? Нет, один. Мы уже кушали такие леггинсы. Они были там очень вкусом. Очень вкусные были, да, леггинсы? Мне очень понравились. Ну, когда я заказывала, их не было на сайте, они закончились, поэтому пришлось заказать такое. Да, это тоже такие же, только мармеладки. Угу. И вот эти вот очень вкусные. Да, я их ела. С бузиной они, с витамином С, в сезон простуды, очень классные. И они там в форме чего? И, бузины, ну, такие, как вишенки. Да. И леггинсы какого вкуса были? Клубники, винограда, персик? Ну, тоже с этой же серии, только были леггинсы, как чупа-чупсы были. Угу. Только разных вкусов. О, еще витаминки наши. А, они апельсиновые. Апельсиновые. Дашь мне одну вот эту? Сейчас? Да. Давай я открою. Ее нужно открыть. На. Кстати, можно, их можно в качестве профилактики, друзья, чтобы не заболеть простудами. Вот оно все запаковано, да. Все классно. Да, и кстати, друзья, я уже заканчиваю пить из такой серии, только такой, как сироп, только он такой. То кальций был, то очень вкусный и нормальный. А мне невкусный. Возьми, высыпь, покажи. Вот. Ой. Ой, ты потеряла. Вот, смотрите, оба. Угу. Видишь, какие я вишенки тоже такие. Да, я уже помню, ну, такие. По одной в день можно. Для профилактики по одной в день. Когда я болеешь, хотела по 100. Нет, по 100 таких нельзя. Это же не конфетки, это все-таки желейные... Витамины. Витаминки. Угу. Очень вкусно. Давай и вот полезно. Эти посмотрим. Не надо, потом. А какие мы еще посмотрим? Это колострум, тоже для иммунитета, только... Они вкуса ягода там. Ягодные. Угу. Ну, ты хочешь, давай я открою. Тут скотч только. Ну, не так. Скотч, а пленочка скрыта. Давай еще это покажем. Ага. Я так спешила домой, чтобы распаковать это все. Начинается осень, зима, сезон вирусов и простуд, потому что деткам нужно укреплять свой иммунитет. Вот тоже все запечатанное, все очень классно. Но не надо так пробивать. Лопаю. Давай я открою. Очень плотно закрыто. А я люблю так лопать эти пакетики. Ай, у меня тоже не получается что-то открыть. Дай ножнички. Советую, друзья, кушать вот такие витаминки. Они очень вкусные. Да, они такие и не сильно сладкие. И, там много и полезные. И полезные очень. Ай. Вот. Ого, оно достанет. Аккуратно, давай ватку мне. Покажи мне таблеточку. Ну, оно уже... Ну, да, это ты ватку вдохнула. Возьми за ручку. Давай я тебе насыплю. Вот, крышечку. Давай, держи крышечку. Вот такие вот. Я не хочу попробовать. Это колострум с иммуноглобулином. Очень полезный для деток. Я только облизну. У нас таких штуки нет. Это из Америки. Мы пили прошлую зиму, только мы пили в порошке. А в этом году решили попробовать порошок. Вика у нас не сильно хотела пить, но пила. Да, еще мы заказывали такое масло детское.
Был лимон, а сейчас у нас апельсин. Омега была, да. Да. Рыбий жир. Рыбий жир с омегой. Мы пьем. Да, жир. Мы тоже заказывали из Америки. Ну, мы уже много заказывали из Америки. Давай эту откроем. Ну, давай. Это витамин С жидкий. Это школа. Школа, да. Чтобы детки не болели. Его тоже можно для профилактики пить каждый день. А ну, открывай. Ого! Запечатан? Вот это да, тебя запечатали. Но он же далеко летел к нам, чтобы он не разбился. Смотрите. Это жидкость. Ну, это сиропчик такой. С витамином С. Витамина С здесь. Сколько? Сколько витамина? 250. Я сейчас попробую, друзья, вишню. Опять? А ты ту разжевала? Вишня не сильно мне нравится. Конфетки? Ну, конфетки тоже классные. Угу. Ну, можно сказать... Знаете, это... Давай еще вот эти витаминки откроем, покажем, какие они на вид. Угу. Это тоже очень хорошая серия. Я думаю, что они зверюшки. Зверюшками какими-то, да? Да, мы еще едим такие витаминки, они в виде зверюшек, но они в холодильнике расплавились. Ну, они просто летом стояли. Ну, пожалуйста. Желейки были у нас такие. Мы заказывали желейки, а сейчас мы заказали такие они. Тверденькие. Подожди. Ну, опять так... ватка. Ну, конечно, кругом ватка. Они же хорошо запечатаны. Вообще, это неправильно я открываю. Надо открывать, чтобы целое было. Ну, так получилось. Да. Доставай ватку. У... Сюда ложи. Покажи. Видит зверюшек. Зверюшек? О, вот такие вот. Давай посмотрим. Только не ешь, утром будешь кушать. Смотри, это тигр. Так, это у нас кто? Это какой-то горбатый. Слон, наверное. Да. Это кто? Лев. Лев. Это. Ой. Так, это кто? Тоже слон вот такой. Тоже слон. Ну, классно, что они в виде зверюшек. Угу. Еще завтра слон. Утром попробуем. Витаминки пьют утром. Угу. Желательно. Конечно. Я думала, что это форма кошечки. Угу. Нет, вот это. Давай. Ну, ну. Высыпальное место. Их здесь очень много. Угу. А сколько их тут штук? Ну, 120. О, 120! Я не вытерплю такое количество. Ну, вытерпишь, почему? Или ваткой накрыть. Ватку засунь, пожалуйста. А почему всегда ватку ложат? Нет. Давай высунем, я сама. Ну, давай. Кушай, давай, запихнем давай. Тебе. Кушай, не болей. Нет, кушай. Сезон простуд и гриппа, и вируса. Главное, не болей. Да? Кстати, друзья, вы сегодня смотрели вот это еще одно видео, как мы лепили про тортик. Ну, там мы уже слепили. Ну, кто не видел, можете посмотреть. Предыдущее наше видео. Да, да? Мы сегодня еще сняли такое. Кто не видел такое видео, обязательно посмотрите. Угу. А это жидкость. Это витамин С. А какого он вкуса? Апельсина? Апельсинчик тоже. Специально детский, тоже очень полезный. Давай. А что его так упаковали еще тут? Ну, чтобы он не разлился, он же с Америки летел. Да. Очень долго. Нет, не очень долго. Посылка пришла раньше назначенного времени даже. Ух ты. Посылка пришла за неделю. Ого, как быстро. И что, друзья, вы были на канале Викуся Хэппи. С вами это я была, Вика. Подпишитесь на мой... Поправь кофточку тут. Да. Подпишитесь на мой канал, нажмите лайк и нажмите колокольчик. И напишите в комментариях, кто уже такие кушал, или вот такие мармеладки, или леденцы. Напишите в комментариях. Или из каких-то наших витаминок кто-то ел или пил. И всем пока!